Мудрая женщина добавляет сахар во все, что говорит мужчине, и убирает соль из всего, что говорит мужчина ей. А еще мудрая женщина, это уже наша такая пословица будет русская, должна уметь фут-массаж. И тогда ваши мужчины будут счастливы и довольны. А вот наши участницы уже научились. Посмотрим. Сейчас уже ни для кого не секрет, что на стопе у нас находится проекция всех органов. Это проекция позвоночника. Вот начиная от головы, шейные позвонки, грудной отдел, ну и доходя до копчика. Вот если мы массируем, то есть это мы работаем с мимическими мышцами лица. Большой палец – это проекция головы. Вот здесь вот у нас находится проекция глаз, вот эти вот точки, и здесь проекция ушей. Вот если у вас есть какие-то проблемы со зрением, например, да, почаще массируйте вот эти вот точечки. Это очень помогает. Вот эта часть стопы отвечает, вернее, здесь проекция органов грудной клетки. Вот здесь органы брюшной полости. И пяточка – это у нас органы мочеполовой системы. Там, где у нас напряжение, значит, этот орган не совсем здоров или есть какая-то проблемка в органе. Вот смотрите, садимся между пяточек нашей коленки. Да. И делаем вот такие вот движения от себя. Кладем ладошки, делаем не руками, то есть не усилием рук, а переносим вес тела на ладони. И вот в этом же положении можно помассировать пальчики. Берем каждый пальчик, одновременно начинаем с мизинца и со всех сторон проминаем его. Правда приятно? И прям со всех сторон. И вот смотрите, обхватываем двумя пальцами, указательным и большим, вот таким образом. И просто отклоняем тело назад. Может возникнуть щелчок такой. Затем следующий пальчик. Может быть щелчок, не пугайтесь этого. Это нормально. Мы постоянно переносим вес тела. Можно вот такими вот движениями, вот перекатываем пальчики. Вообще со стопами любое движение, оно настолько приятно, расслабляет. Особенно после трудового дня. Ваши близкие будут вам очень благодарны, если вы сделаете такой массаж. Ну все, девочки, вот такой мини-фуд-массаж мы сегодня с вами сделали. Надеюсь, что вам понравился этот массаж и очень полезен для вас. Теперь вы можете делать его своим близким, радовать своих родных. Ну, на этом все. Приходите к нам. Семейный клуб «Любящие сердца» – это место, где встречается с друзьями, где в уютной обстановке вы можете найти себе занятия по душе. Танцы, фитнес, йога, оздоровительные процедуры, занятия для будущих мам, раннее развитие детей, творческое развитие, проведение детских праздников и дней рождения. Концепция клуба такова, что в одном месте сосредоточены специалисты по разным направлениям. Это психолог, стилист, мастер фэн-шуй, фитнес-инструкторы, работает кабинет массажа и светотерапии. Вас рады видеть самые лучшие специалисты города и все это по доступным ценам. Город Уфа, улица Амантая, 12. Телефоны 216-45-31, 262-78-51 и 8-917-7-888-00.
Я узнала, что есть такая штука, как фут-массаж. Да, я делала массаж на все тело своим близким, своему любимому, но фут-массаж – это нечто. Когда мне начали делать массаж каждого пальчика, это было просто незабываемо. Оказывается, ничего сложного, все просто. Нужно делать своим телом и своими ручками нежными. Так что я побегу тренироваться. Привет, я Юлия Никонова. За этот месяц на проекте я чувствую уверенность в себе, осознаю свою ценность, свой духовный рост, я развиваю свою женственность. Полученные знания я сразу же практикую и воплощаю в жизнь. Например, я говорю себе комплименты, хвалю себя. После ораторского мастерства я четче говорю слова и репетирую речи. Помимо этого я экспериментирую с прическами, мейкапом и со своим стилем, а также я практикую массаж и мануальные ласки. Проект обязывает меня быть здесь и сейчас в каждый момент моей жизни, и это очень помогает жить осознанно и честно. Именно это я и открыла для себя на проекте – жить на чистовик. А я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, что победительница реалити-проекта «Идеальная женщина» должна занять первое место среди танцев на пилоне. И поэтому участницы сейчас будут активно готовиться, ведь до финала осталось очень мало времени. Давайте посмотрим, как же у них это происходит и получается ли наконец-то хоть что-то. Всем привет! Я рада приветствовать вас в танцевальной мастерской «Точка». И сегодня у нас экзамен по всем выученным вами за проект элементам. Вы готовы? Да. Юля только готова. Руку отпустишь? Thank you.
По экзамену сдали плохо. Как вы будете танцевать, мне пока плохо понятно, честно говоря. Потому что из 20 с лишним элементов, которые вы знаете, как минимум 15 вы должны использовать в номере. Из вас только один человек сделал все, что я просила. Это Юля. Юля у нас получает сертификат сегодня. Девочки, тренируйтесь. Баллы можете посмотреть. Финал вашего проекта практически через месяц. Чуть больше месяца. Я очень надеюсь, что к финалу вы будете танцевать в разы лучше, чем сегодня. Сегодня было плохо. До свидания. Танцевальная мастерская «Точка» – это место, где рождается пластика и грация, развивается выносливость и сила. Занятия проводятся для взрослых и детей. Пул-дэнс, антигравити-йога, стрип-пластика, боди-балет, воздушные полотна и многое другое. Для ощущения абсолютного комфорта в мастерской предусмотрены удобные раздевалки, душевые и Wi-Fi. Телефоны 216-48-86 и 8-927-338-1446. Коммунистическая, 14. Сегодня у нас был экзамен, и мы сдавали 23 элемента, которые учили в течение 3 месяца. Ну, в основном многие справились, но все-таки нужно больше тренироваться и больше уделять времени все-таки пилону. И думаю, наверное, на дополнительные занятия надо походить. А так в целом у всех все нормально получается. Здравствуйте, дорогие телезрители! И вот уже прошел месяц, как мы на проекте. Мне очень все нравится. Я использую все эти знания новые в своей жизни. Весь внутренний мир поменялся. И большое спасибо, то, что я попала на этот проект. Смотрите сразу после короткой рекламной паузы. Вселенная корректировала мои вот взгляды на жизнь. И в 31 год оно... преподнесла. Сейчас счастливы? Ну да, да. Все должно быть прекрасно в человеке, поэтому и во мне должно быть все прекрасно. Конечно, медленно она раскрывается, по крайней мере, в психологии. И вообще всем участницам этого проекта я хочу выжить по максимуму. Кстати, да, по поводу участия в проекте «Идеальная женщина», я сама подумываю о том, чтобы принять. Я буду вот так вот, кратка и лаконична.